Готовим к покраске велосипед Мерида шоссейный. Цвет пока что у нас белый. Тут у нас интересная история. Во-первых, вот эта штучка, она с одной стороны приклеена на эпоксидке, прямо к краске. С другой стороны у нас краска отрывается. Вот так вот она отходит. При этом изнутри она заклепана. Будем думать, что с этой штучкой делать. И второе, вот здесь вот как будто бы шайба есть. Как будто бы она туда закисла. А с другой стороны, возможно, это часть рамы, но она почему-то под углом стоит неровно. Как-то вот наискось по диагонали. Возможно, надо отторцевать это посадочное место. А может быть, это так и должно быть. Ну что ж, приступаем к сборке велосипеда после покраски. Такая интересная краска с блестками. Вот здесь свет бликует, она вот потемнее немножко на самом деле смотрится вживую. Все отторцовано, все почищено, все резьбы, петух, каретка, все места, которые могли быть проблемными после покраски, все готовы. И теперь просто собираем велосипед, все настраиваем потихонечку. Вот такой красавец шоссейник у нас получился. Карбоновая вилочка, колеса на промах. Все работает. Единственное, что была сзади у нас Shimano Sora, по-моему. Она люфтила, и владелец купил китайский Altus. Он немножечко не очень четко отрабатывает. А так вот все очень даже симпатично. Короткий вынос для невысокого роста. Такая краска.